Привет, друзья! Короткий ролик для самых умных. Ну, потрясающий был вебинар, ну, что сказать. Я доволен собой, доволен нашей Наташей, доволен всеми участниками нашими, которые были на вебинаре, и там были участники школы «Человек будущего» Homo Futurus. Я хочу сказать, что мы сейчас будем готовить мозговой штурм, кроме того, который будет моделью будущих мозговых штурмов, которые мы будем собирать со всей планеты нормальных людей, которые известны в своих городах, в своих поселках, в своих столицах мира и так далее, за которыми уже что-то стоит, которые уже что-то сделали. Это могут быть и режиссеры, и актеры, это могут быть и штангисты, и шахматисты, и министры. Мы сделаем это. Мы вместе на этом мозговом штурме. Я их научу сначала методу ключ, который находится и рожден между Западом и Востоком. Я им расскажу, и они все получат национальную идею России, генератор будущего. А здесь упражнение полет. Вот он, здесь вот, с этой стороны, видите, тут вот звезды над нами и космос внутри нас. И ангел-трубач, да, который я подарил Марининой, которая написала в детективе. И мы соберем, и журналистов соберем, и те, кто пишут фантастику, и те, кто пишут детективы. Метод ключ, который находится между Западом и Востоком, и мы создаем все вместе науку человечности. А в этой науке человечности как раз-таки есть моменты стресса, это энергия, высочайшая энергия внутреннего конфликта между душой и телом. Да. А там все расписано, и когда участники этого мозгового штурма научатся методу ключ, повторюсь, который рожден между Западом и Востоком, да, и как раз-таки в этой нашей национальной идее России как раз-таки как сделать так, чтобы сократились кризисы и войны, и сократилась потребность в лекарствах. Это задача такого уровня, которая отдельной страной не решается, отдельным человеком не решается, отдельной головой не решается. Это задача такого уровня, для решения которой необходимы усилия всего человечества. А оно как раз-таки на пороге этого. Потому что оно в тупике, в турбуленции, в ситуации неопределенности, в ситуации смены эпох ментального и культурного жизни, мышления. Да. Поэтому падает образование, падает медицина, потому что в системе отбора и подготовки кадров нет до сих пор науки человечности. А мы как раз все вместе ее и создаем. Вебинар, который прошел, я очень горжусь. Какие были потрясающие участники, какие хорошие вопросы задавали. И смотрели на мою картину «Девушка Юдоль». Да. А у меня картина была «Юдоль». 30 лет назад написал красноватого цвета. В следующий раз покажу. Да. И это «Юдоль». Я почему так и решил ее назвать. Задумалась о своей судьбе, а человек, который владеет ключом, который способен регулировать свое состояние без помощи и зависимости со стороны, может использовать эту мощнейшую энергию в собственных целях, это как раз-таки человек будущего. Я так думал, человек будущего, а потом пришел к мысли. По существу мы занимаемся тем, чтобы сохранить человека настоящего, то есть человека сохранить, человечность, которую сейчас расчеловечивает. Вся ситуация, которая происходит в мире. Да. А мы занимаемся очеловечиванием. Вот же что важно, друзья. И там вечные истины, которые говорил и Будда, и Мухаммед, и Христос, и Моисей. Да. А вот теперь же эти вечные истины будут не только в религиях, а в науке человечности. Да, это будет доступно каждому, потому что религии создавались тысячи лет, а сегодня другой век, 21-й. Сегодня нужно говорить доступным, понятным языком, чтобы быть порядочным,
человеком. Было достойно, да, а бессовестному было стыдно. Чтобы это было сегодня. Я раньше думал, что создаю школу, человек будущего. На самом деле получается, что мы создаем школу человека.